Самарской компании, которая занимается производством металлоконструкции и различного оборудования, было необходимо собственное помещение. Арендовать чужое не очень выгодно, да и производство нельзя было расширить. Поэтому руководители приняли решение взять кредит, чтобы приобрести собственный дом, где производственный цех смог развернуться во всю силу. Он очень был нам полезен, я вам так честно скажу. Потому что при помощи него мы смогли расширить производственные мощности, что привело, естественно, к увеличению рабочих мест. А недавно, благодаря гранту от бюджета города, смогли приобрести новое оборудование. Для этого они обратились в городской департамент экономического развития, собрали необходимые документы и успешно подали заявку. Также могут поступить и другие предприниматели, зарегистрированные в Самаре. Они могут возместить проценты по кредиту на сумму до 400 тысяч рублей. Важно, чтобы кредит был взят после 1 января 2019 года на сумму более 500 тысяч рублей. Более подробная информация есть на сайте городской администрации и на портале businessplatforma.rf. Оставить заявку можно лично, обратившись в департамент, до 15 ноября. Рассмотрение заявок и выдача вот этих субсидий происходит по мере поступления документов, то есть в порядке очередности. Поэтому можно всем, кто имеет кредит, обратиться в департамент экономического развития и подать заявку на получение данной поддержки и помощи. Эту меру поддержки впервые ввели в прошлом году. Тогда ей воспользовались 63 организации. В этом году грант получили уже 44 компании. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин, Григорий Плешаков. События.